He came here to Russia to fight with this opponent. The opponent punched him in the weight two times. This is not professional. This is professional fighter. He doesn't want to fight with him because he doesn't like this situation because it's a really strange situation. He wants a really fast rematch with this opponent. The rematch, the best for him is if he will be in the Europe. He wait for this rematch very fast. And he wants fight. He wants fight this guy with normal rules and not fight like in the street or the discotheque, only in the ring, like professional fighters. Profesjonalni zawodnicy, a nie jak na ulicy czy też gdzieś tam na dyskotece. Во время взвешивания поляк спровоцировал, я чуть не сдержался. И после всего этого я подошел, пожал ему руку. Он тоже пожал руку, но я не знаю, почему он отказался от боя. Но почему-то это понятно, отказался, он струсил подраться со мной. Другой причины здесь не может быть. И почему пожал, и после этого почему отказался, вот это непонятно, вот это вопрос. Я почти полторы сутки не ел, не кушал, придерживал и сюда приехал, и у меня килограмма 3 лично показала. Я буквально за 50 минут скинул 3 килограмма. И чуть-чуть был не в себе и чуть не сдержался. Ну так получилось, я чуть перенервничался и заехал пару раз ему. После этого публично мы помирились, я отдал ему руку, мужчина как с мужчиной. Он тоже протянул руку и после этого просто отказался со мной подраться. Если он боится, что он приезжает с Польши сюда, прилетает здесь, чтобы струсить, уехать обратно, что ли. Боец, получился конфликт. Как мужчина, выйди, подерись, он не хочет со мной драться, и все. По его словам, я вот сегодня слышал, что он говорит, будет, но не сегодня, но в следующий раз. В следующий раз тоже, мне кажется, он будет, не будет, это уже надо с ним поговорить.